Всем привет! Вашему вниманию спальник Шишига минус 15 от производителя Севера. Это обновленная версия спального мешка для зимнего или высотного альпинизма, а также для горного туризма при умеренно низких температурах. Модель создана с использованием лучших на сегодняшний день материалов. Это легкая, но прочная внешняя ткань Айрис 15 с функциональным тонким поровым покрытием, во многом снимает проблему конденсата. При этом она сохраняет достойную паропроницаемость и надежную защиту от проникновения ветра. В качестве утеплителя в модели используется качественный гусиный пух с гидрофобной обработкой с индексом Fieldpower 800. Этот показатель величины объема к единице веса существенно выше аналогичных моделей от конкурентов. При ростовке 200 см он подойдет пользователю роста до 185 см. Такой спальник имеет вес 1 кг 126 грамм. Нижняя температура комфорта – минус 15, температура комфорта – минус 8. На капюшоне имеются две кулисы – в верхней и нижней части, что позволяет регулировать плотность прилегания в зоне лица. Молния дублируется липучкой и исключает самопроизвольное расстегивание во время сна. Бегунок имеет двухстороннее крепление, что позволяет замыкать спальник изнутри. Спальник имеет воротник с липучкой и кулисой, которая позволяет регулировать плотность прилегания в зоне шеи, а как следствие исключать миграцию тепла. Технология Hybrid Shell с применением мембраны в зоне капюшона и ног исключает попадание влаги во время касания спальника о края палатки. Двухходовая конструкция молнии полной длины позволяет разомкнуть нижнюю часть спальника и регулировать обмен теплом во время жарких ночевок. Вся молния дублируется планкой с утеплителем, который исключает миграцию тепла через молнию, а также имеет клеевую основу, что исключает попадание подкладки в зону молнии во время ее замыкания. На внутренней части есть карман, куда можно положить вещи, которые потребуются во время сна. В нижней части спальника имеются петли, за которые можно подвесить спальник во время просушивания. Анатомичная конструкция в зоне ног позволяет более плотно прилегать к спальнику, а также при правильно подобранной ростовке в спальник можно разместить внутренники от ваших высотных ботинок для просушивания их во время вашего сна. Спальник выпускается как с левой, так и с правыми молниями, что позволяет состегивать их между собой. Для хранения спальника в комплекте имеется сетчатый мешок и мешок для транспортировки с компрессионными стяжками. Это был обзор пухового спальника Шишига минус 15 от производителя Севера. Пользуйтесь правильным снаряжением, путешествуйте с комфортом.